Свое заявление в поддержку инициативы о проведении выборов в 2015 году сделали и руководители ассоциации «Болошак». Активисты организации, в которую входят более 11 тысяч стипендиатов образовательной программы, считают, что выборная кампания поможет предотвратить негативное влияние геополитической и экономической нестабильности на ситуацию в стране. Выборы еще более укрепят единство народа, мобилизуют власть и общество на реализацию важнейших задач стратегии 2050. Непредсказуемость ситуации в мире и глобальные угрозы вызывают во многих странах неопределенность и тревогу. Поэтому проведение выборов уже в текущем году будет служить решительному продолжению государственного курса во имя процветания нашей Родины. Мы уверены, что в этот исторический момент и молодежь, и старшее поколение вместе сделают правильный выбор. Мы призываем всех молодых казахстанцев, кому не безразлична судьба страны, поддержать предложение Ассамблеи народа Казахстана –